месяца. У меня странное настроение. Я не был дома полтора месяца, даже больше. Я не был дома 47 дней. Это есть, да, полтора месяца? Чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. Короче, меня не было дома 47 дней, я реально не был тут. И, в общем-то, я сейчас ощущаю весьма смешанные чувства. С одной стороны, как будто не уезжал. А с другой стороны, я 47 дней не водил автомобиль, не ездил на велосипеде, не снимал... не выкладывал видосы, я хотел сказать, снимал, и еще как снимал, потому что я ведь был не на работе, как ни странно, даже эти 47 дней. Я был в таких местах, что даже сложно описать. Я был реально много где. Естественно, я снимал об этом видео, и поэтому я хочу уже в скором времени начать выкладывать эти самые видео. Их будет достаточно много. Вот. Собственно, цель этого видоса какова? Я вас просто информирую о том, что я не помер, что я живой, что все нормально. И больше того, все просто замечательно, все просто обалденно. Но нужно некоторое время, чтобы влиться в струю, так сказать. Я вот 5 часов как дома, и пока что я нифига не понимаю. Я буду выкладывать эти видосы, а тем временем буду сейчас тут раскручивать, что называется, свой маятник и делать москвичи там, вот всякие там, всякое такое, вот всякое прочее. Планов на канал, конечно, много, но хватило бы у меня силы и энтузиазма. Вы же ждете вообще видосы-то новые? Ладно. Всем, что называется, привет, удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте классы. И любите Москвич Шоу. Помните, что Москвич Шоу — это не только про Москвич. До встречи на днях, короче.